Замуж нужно выходить только за тех, кого не очень жалко. Ты кто? Принцесса. Принцессы сидят в башне, а я безбашенная. А для мужчины что самое главное в жизни? Стирать в носки и смс -ки. Сын. Пап, ты узнал тест ДНК? Отец. Зови меня дядя Витей. Милый, ты меня любишь? Черт. Да так мы никогда не накопим на ремонт квартиры. Все пенсионеры, которые голосовали против Единой России, теперь должны вернуть 10 тысяч. Мам, мне холодно. Встань в угол, там 90 градусов. Скажите, а царя не раздражала, что у него по дому ходило столько чужого народу? Надпись на распутном камне. Налево пойдешь, оторву оба Фаберже. Подпись. Целую твоя Василиса. Поймал старик золотую рыбку и молвила рыбка человеческим голосом. Что тебе надобно, старче? для начала другую жену. Пушкина читал, знаю, чем все может закончиться. Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, подумал Иван. Я его вчера застукала. Да ты что? Да, представляешь, моим котом свой ноутбук протирал.